Доволен, приятно, ну, работаем, хорошая атмосфера и в команде, и в, ну, вообще, в общем, то, что гостиница, питание, все для работы, так что работаем усердно, трудимся. То есть условия тебя устраивают? Я бы сказал, не устраивают, они даже выше моих ожиданий, так скажу. Результат пока, понятное дело, в любой ситуации важен результат, но сейчас такая идет подготовка более наигрывания состава какого-то. Люди притираются друг к другу, половина команды новой, так что, скажем, хотелось бы, конечно, лучшего, ну, как есть, так есть. Будем работать, значит, будем добиваться в следующих играх положительного результата, будем отдавать все силы на поле. Свободное время как проводишь? Ну, каналов тут русских мало, так что либо отдыхаю после тренировки, потому что если две тренировки, то устаешь очень, а если одна, то либо можем сходить на море, восстановиться, либо книжку почитать. Ну, так, поболтать в комнате, пообсуждать туда-сюда. Ага. Сегодня полдня выходного было, ездил куда? Да, ездили, выбирались в город немножко. Дочка недавно родила, так немножко и побаловал.